Староскольские полицейские в канун Дня семьи, любви и верности со своими детьми побывали на экскурсии в Доме ремесел. От мастериц гости узнали, как в старину плели лапти, валяли валенки, мастерили тряпичных кукол и глиняные игрушки. Ребята смогли не только увидеть коллекцию народных игрушек из разных стран мира, но и сами попробовали вывести уникальный узор староскольской глиняной игрушки на уточках-свистульках, которые им подарили в качестве сувениров. В прошлом году мы были в гольф-клубе, играли с семьями нашими и с детьми в гольф. В этом году решили посетить Дом ремесел. Это, конечно, наша история, это то, чем занимались наши бабушки, дедушки. Поэтому им, конечно, будет интересно. Уже просятся в сентябре или в октябре, чтобы мы такую экскурсию еще раз провели, уже, конечно, с большим количеством участников.